Древняя кавказская легенда о вечной любви легла в основу сюжета цирковой программы Тамерлана Нугзарова. Мужчины, разжигающие войны, и женщина, которая способна их примирить. Все это зрители увидят в цирке. А еще удивительные номера с животными, акробатику и гимнастику. А в цирке все натурально. Можно близко посмотреть, можно близко увидеть. И что мы репетируем со зверьми, это удивительно. Я могу сказать, да, мы зверей как кормим, как за ними ухаживаем, за лошадьми, да? Так бы за людьми ухаживали, честно вам говорю. Горская легенда о любви – законченный спектакль, в котором очень крепко сплетены все партии артистов. К тому же это самый большой конный цирк. В представлении задействованы 25 лошадей. Авторы программы говорят, прятаться за костюмами и бутафорией не нужно. Цирк – это трюки, и здесь их множество, причем самых сложных. Наша фишка в животных, которые делают те трюки, которые они делают в природе и по жизни. И мы это все воплотили в жизнь на манеже. Чтобы удержать внимание зрителей, их нужно постоянно удивлять. Маленьких номерами с животными, больших – сработанными трюками. Ну, сегодня мы посетили цирк первый раз. Нам все понравилось в целом. Вот, побольше бы животных, может быть. Да, Настя? Да. Ну нет, очень понравилась нам девушка, как она на платье делала такие моменты, что прям очень впечатляет. Вот. Ну а тебе что? Лошади. Там такие чудеса. Думаю, что там за чудеса, про себя говорю. Думаю, то, что там... Я думаю, то, что эти медведи, это не медведи, а люди. Но все говорят, что это настоящие медведи. Номер с медведями не просто удивительный, а уникальный и интеллектуальный. Косолапые здесь демонстрируют умение запоминать и даже рассуждать. Это очень сложно, именно эти два трюка, лабиринт с мечом и шашки. Так как это действительно нет никакого секрета, именно это вот игра пятнашки, где надо именно разгадать схему выходов. Выходов очень много. И медведь должен найти единственное правильное решение и вывести эту шашку в лузу. Так же, как и на расстоянии управлять шариком. Вы знаете, что в руках даже бывает сложно вывести, а тут на расстоянии от него. Горская легенда любви – это одна из немногих программ, которая сочетает в себе мощные традиции советского цирка и спектакль, выступления артистов с животными и сложнейшие трюки. Премьерное шоу в минувшие выходные прошло при полном аншлаге. В Иванове программа будет работать до 1 декабря. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.